счет. Ростов вот так на 54-й минуте сумели ростовчане забить очень важный гол. И общее ликование. Корнел Салат, насколько я понимаю, отличился. Будем смотреть повтор. Подача Калачева. И здесь, да, именно словацкий защитник грамотно подставил голову и отправил мяч в дальний угол. 1-1. 1-1. Ростов сравнивает счет. Но здесь винить Веремко, наверное, не стоит.